Светлана Колечкина в многофункциональный центр приходит не впервые. Совсем недавно она оформила здесь паспорт для старшей дочери. А сейчас обратилась с целью получить материнский сертификат. В январе у нее родился малыш. Хотелось бы узнать, как я могу распорядиться средствами материнского капитала, так как через средства массовой информации я узнала, что с нового года внесены новые изменения, и сумму материнского капитала можно оформить как ежемесячную выплату. Вся процедура оформления заняла не больше 10 минут. Через месяц Светлана уже сможет забрать документ. Никаких проволочек, бюрократии, очередей. В МФЦ работают по принципу одного окна. Услуг на сегодняшний день специалисты предоставляют множество, порядка 200. В списке самые востребованные – оформление паспорта, получение водительских прав, перерасчет пенсии, услуги Росреестра. В последнее время большой популярностью пользуется услуга «Регистрационный учет». Прописаться или выписаться теперь можно онлайн, заполнить заявление на портале госуслуг и ждать приглашения от миграционной службы. При этом не придется расставаться с паспортом на несколько дней, как это было раньше. По вашему адресу вам подходит адрес: город Москва, Вятская улица, дом 29, центр образования номер 1601, участковая избирательная комиссия номер 399. А это новый вид услуг, который предоставляют сегодня в МФЦ – регистрация по месту голосования на выборах президента Российской Федерации. Любой житель Магнитогорска может обратиться сюда и зарегистрироваться на том участке, где будет находиться в день выборов. Мария Будкина узнала об этом от подруги и сразу поспешила к специалистам. Это первые выборы президента в моей жизни, очень ответственно, очень хотела проголосовать, но я затруднилась, думаю, ну я буду в Москве, как бы что мне делать? Оказалось, все просто, достаточно оформить открепительный талон, специалистам для этого нужен только паспорт заявителя и желание выразить свою гражданскую позицию. Прием заявлений на данную услугу мы начали с 31 января и будем продолжать до 12 марта. Обращаться может любое лицо, независимо от того, где он зарегистрирован по месту жительства. В данном случае может обратиться человек, если он зарегистрирован здесь, но поедет отдыхать в любой другой регион, либо даже за пределы Российской Федерации, либо он находится в командировке на данный момент. Получить эту и остальные услуги магнитогорцы могут в любом МФЦ. Напомним, их у нас 5, расположены они во всех районах города, но привязки по месту жительства не имеют. Время работы центров можно уточнить на официальном сайте.